Дмитрий Иванович, в какой мере первый гол повлиял на игру? Первый гол всегда влияет на игру. Важно, в какой момент игры он был забит. И очень много всяких факторов, которые влияют в дальнейшем на развитие матча. Как показывает практика, если мы играем на ноль и не пропускаем, играем с преимуществом первую половину встречи, то, скорее всего, вторую половину встречи мы выигрываем, так как достаточно неплохо готовы, хорошо продолжаем двигаться и имеем преимущество над соперником. Так было практически во всех матчах, которые мы выиграли. Сегодня у нас не удалось это сделать, мы пропустили такой достаточно курьезный мяч, и я думаю, что пока отходили, нам забили второй. Очень быстро это произошло, очень неудачно для нас все это сложилось. И во втором тайме мы пытались изменить ход встречи, пытались отыграться, но у нас этого не получилось. В каком состоянии Эдуард Чернавский, который сегодня получил сильный удар в голову? Да, мы желаем Эдику, конечно же, здоровья. Сейчас он отправлен в больницу на МРТ. Ну, у него сотрясение мозга 100%, но нужно сделать обследование, чтобы избежать более серьезных последствий.